В американском штате Нью-Мексико с риском для жизни и не без помощи смекалки спасли троих медвежат. Детеныши застряли в мусорном контейнере и выбраться самостоятельно не сумели. Жители района немедленно приступили к разработке спецоперации по вызволению малышей. Основную опасность представляла мама-медведица. Она в беспокойстве бродила вокруг ящика и в любой момент могла атаковать спасателей. Но люди оказались находчивее, подъехали к контейнеру на автомобиле и поставили медвежатам лестницу. Они тут же выкарабкались и воссоединились с матерью.